О, у них C3, второй слот платный. Что, мы с тобой налево лопедим? Налево? Зачем? Ну что там? Смотри, у них тяжей вообще нет, мы можем поджать сразу город. Хочешь? Сладкий, пятый, сильный, хочешь? Погнали, подожди, на город сразу. Блин, мы не сможем сделать под горой ничего. На еписях, поехали налево. Под город подожмем, говорю, сразу же. Вот сюда. У тебя еписи, у меня бат. Ты просто будешь братом танчить, я буду уходить с них и скидывать. Все, это плохая идея. Да, вот это идеальная идея. Ну, то есть, в чем прикол? Отсюда нас не смогут пристреливать. Потому что тут есть... А если бы мы с этого респа подумали, то нас бы простреливали. Че, где ты хочешь, чтобы я стал? Погнали, просто едем. С тобой? Блин, я не знаю, это мне кажется очень плохая идея. Это, конечно, не КС, блин, но... Мертва дала уже. 300. Няня, лютую фигню придумал. Тебе базарю. О, каток поставил. О, пензель сейчас заберу. Я сделал один флаг. Мне еще надо... Еще один фраг. 2 минуты осталось. Ну ты можешь подкатиться вот так, кстати. А там уже садится с умей, но они не простреливают их. Мы старого их простреливают. Видишь, там и... Ты если подкатишься, мы выйдем просто лору, снесем и все. Ну, давай, погнали. Седан мне 2000 стоит. 69 выходит. Хорошо. И так мне нужно 5 я раз. Я когда? В смысле 5 раз? Тебе же 3 фрага надо сделать. Ну да. Уничтожить противника. И захватить или защитить. Ну, ГБТ убей, дети. И погнали его на миллион, блин. Не, мне нужно. Я-то сделал, мне просто нужно 5 боев таких сделать. А, тебе 2 надо фрага или 3? 2? Я уже сделал. Так это фигня. Блин, а там 3. 3 сложно. Ну, с несложно, и так плотненько. Сейчас я Эмилю помогу тебе бить. КН свой дал. Могу слюмню. Короче, потом выехал в борт, не пробил Эмилия, а потом сразу же в борт не пробил, попадаем. Мы попадаем. Где они? Не светятся, блин. Вон они все, чел. Я это... понимаю, именно вот эти старвахи у Диаса. Сейчас засвечу, если хочешь. Надо убивать, блин. Сейчас засвечу. Вот так. Они глубоко стоят, может даже уже засовились. Не-не-не, они засветятся сейчас. Я свечусь. Вот, все стоит. Они светятся. Сейчас Юдис засвечу, наверное. Ох, ты ж 907 еще там уже стоит, лол. Короче, 907 тут уже где-то. Я буду бачить на базу. Базу-то берут наши. Да он даже не светится. Чтоб они байтились. Он разваливает. Чел, тебе нужно базу дафить. Тебе бы... просто нужно вот это держать. Я давай это. За нашу я ответственный. Ой, за точно? Базу я ответственный. Не переживай. Он тебе 500 хп, блядь, еще. Как так просил-то жестко. Точно там, блядь, дефишь, чувак? Теперь ничего не будет, если я сдохну, ну не сдохну.
А у меня 313 по 907. Живи, батя, живи. Два шотных у тебя. У меня кадочек. Бросаю тебя. Блин, я почти его вижу как-то. А, он упал вниз, слышишь? 97. Давай разваливай его. Когда? Убил своего. А сколько у второго хп? Да? Вообще не в курсе. Ты его там словишь, убьешь? Ну да. Давай. Я не знаю, сколько у второго, очень опасная тема. Угу. Очень и очень опасно. Начал бы съебать отсюда, хорошо. От тебя еда. Вот второй. А чего у него так много, блин? Я помогу унести. У меня, кстати, второй, да, стоит. Я понял. Я понял. Ты все херово, да? Не. Я ему даю. Ну что-то, знаешь, как-то подлагивает. World of Tanks подлагивает. World of Tanks лагает! Там тут второй же, чел, слышишь, возле него? Да? Да. Чувак, у меня лагает очень жестко. У меня тоже, это у всех, чел. Ага, вон, значит, тут СТРВ возле него. Там же две СТРВ-хи было, я просто... Мы уже здесь фраг сделали. На двоих. Подожди. Ну мы оба такие, у нас нормальных, поэтому на двух шот. Ну тут она стоит второй, если чё. Окей. Музычка ещё такая. Ты базу разыгрывать, слышишь? Ты просто надо будет меня стоять и всё. Давай, давай я сюда встану, просто вот сюда вот. Да, 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 да. Давай, так и сделаем сейчас. Просто сейф на базе жесткий. Давай, давай. Будем брать? Ну что? Да, бери. Они должны сами их. Блайндит. Откуда? Не знаю. Я не чекаю перед собой. Иногда. Я тебя смотрю более-менее. Более-менее смотрю. Мой. Давай, я не буквы, хорошо. Что, может, решающий вклад на мутин? Еще возможно такую тему сделать. У этого хп поменьше, он вообще на наш... Блайдит. Откуда? Перед, вот тут перед тобой. Спасибо. Он, у него варпак аккуратно, слышишь? Вот он. Как не война тоже? Да ты, блин, ты если говоришь оставь, так ты нахера стреляешь? Как в смысле? Ну типа я стрельну, ты заберешь, зачем ты две тычки, офигеть, блин. И ты еще и оставь, еще и две тычки кинешь, не охерел ли ты? А слышишь, умник. Стрелку я тебя не оставлял случайно? Потому что... Не, ну ты типа просто так говоришь, типа хочешь и рыбку съесть? Да, да, да. А что? Я весь бой не дамажу, ты дамажу. Хереший, блин.
Нормально, так разобрались. Вроде не сильно результативно, но...